парки, прогулочные зоны и места отдыха. Всем этим обделен микрорайон Юрьевец. Жители спального района Владимира недовольны местными условиями жизни. Среди них Татьяна Шумкина. Здесь она живет уже больше 20 лет. Школы строятся, новые дома появляются, а вот места для отдыха нет, говорит возмущенная местная жительница. Подросткам совсем негде отдохнуть. То есть, вот смотрите, в каждом районе у нас в городе, Фрунзенский, Октябрьский, есть парки, куда дети могут сходить покататься на тех же самокатах, велосипедах. У нас дети Юрьевца этого лишены. Просто обидно за них. Среди недовольных и Ксения Кузнецова. Она рассказывает, скоро здесь появится новая школа. Местная жительница недоумевает, почему власти не заботятся об элементарных площадках для отдыха. У нас две школы. И в планах третья школа. Школьникам гулять негде. Нет элементарно зоны, где им можно покататься свободно на самокатах, на скейтбордах, тот же воркаут. У нас вот все это поле, сплошная парковка. Проблема с парковкой есть, проблема с местом для гуляния, для отдыха есть. Местные жители пытались обратить внимание властей на свои проблемы. Например, Татьяна Шумкина написала по электронной почте письмо на имя в РИО губернатора области. Ему писала тоже. Даже приглашала его посетить наш Юрьевец и просто прогуляться по нему, посмотреть все своими глазами. На что я получила ответ от администрации области, что постройка скверов где-то запланирована, ну, приблизительно в 30-е годы, 2030 года, не раньше. Так могут ли жители рассчитывать на решение своих проблем до 2030 года? И как им отстоять свои права на достойные условия жизни? Мы решили обратиться к властям как муниципального, так и регионального уровня с официальными запросами. Но чиновники оперативно ответить не смогли. Мы будем следить за развитием событий. Алексей Домнин, Артем Замоскин, 6 канал.